заключение малолетнего 2013 года рождения. Следствием установлено, что ремня насилия, не опасные для жизни и здоровья, схватили на руки, посадили в машину вас привода, увезли в неустановленном направлении. После этого вы можете скрыться от следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью. Вы не отрицаете просьбу возбрания в отношении вас мер пресечения? Вы свою причастность к совершению преступления, в котором вас подозревают, отрицаете или не отрицаете? Нет. А за что вы были осуждены? Я совершила фиктивный перевод, работая на почте России. 21 февраля у меня заканчивается испытательный срок. 21 февраля 2018 года. То есть вы это наказание не отбыли? Нет еще. Суд постановил избрать меры пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца.